Собственно, теперь нам нужно запрограммировать сам наш квест. Мы его не будем располагать в основном модуле с логикой веб-приложения. Для этого мы создадим новый файл, назовем его quest.py. Сам квест у нас будет состоять из нескольких состояний пользователя, между которыми он будет переходить. И каждый переход мы тоже будем тут описывать. Выключим наш сервер. Состояние пользователя у нас будет описывать класс state. Запишем его конструктор. Первый параметр — это self. Сам объект. Что у нас будет у состояний? Ну, там должен быть ID состояния, по которому наша программа будет их различать между собой. Допустим, если у нас будет переход на состояние 101, то оно должно достать по этому ID состояние 101. У нашего состояния будет текст и переходы на другие состояния. Запишем это в качестве параметров. ID. Текст состояния, который будет выводиться при переходе в него. И переходы. Теперь помещаем все в поля нашего нового объекта. Так, self transitions равно transitions. Transitions у нас будет списком переходов. Для каждого перехода мы создадим класс transition, который будет описывать наш переход. Также создаем конструктор этого объекта. Переход у нас будет содержать в себе слова, по которым он будет срабатывать. Например, если я скажу Марусе лететь на Венеру, то она, наверное, должна принимать и вариант Венера, Венеры. Какие-то варианты ответа, которые пользователь нам может сказать, чисто удобно для него. Например, на вторую планету Солнечной системы от Солнца. Мы запишем параметр toID, который будет содержать ID состояния, в которое мы будем переходить, и синонимы. Список синонимов, по которым мы будем переходить в это состояние. Также записываем это в поля нового объекта. Также в классе transition мы можем заранее определить метод, который будет возвращать true в случае, если нам нужно переходить в состояние toID, и false в случае, если нам этого делать не нужно. Например, его можно назвать must-go. Self. И, допустим, user text. Это текст, который нам сказал пользователь. Для этого нам нужно сравнить текст, который мы услышали от пользователя, со всеми синонимами, которые у нас присутствуют в этом объекте. И если хотя бы один синоним у нас совпал с этим текстом, тогда мы выводим true. В Python у нас есть более удобный инструмент. Мы можем проверить содержание данного текста, названного пользователем, в поле self-synonyms.
если UserText in self-synonymous находится где-то там. Отлично. И также мы можем сразу же определить в классе state метод, который нам будет возвращать следующее состояние в зависимости от того, что сказал нам пользователь. Get next state. И оно будет также принимать self и user input. Для того, чтобы определить, по какому переходу должен двигаться пользователь, мы должны взять и перебрать переходы, находящиеся в поле self-transitions. Пробегаемся по всем переходам, которые у нас есть. И в случае, если у нас must go вернул true, то есть по этому переходу надо переходить. Не забываем указать параметр user input и передать туда. Тогда мы возвращаем transition to ID. Но для правильности можно еще написать getter для этого поля. Get dest ID, который будет возвращать to ID. А теперь по этому кусочку кода. Наверное, нам будет удобно избавить ту часть кода, которая будет использовать наш метод getNextState от ID-шников состояний и передавать им следующее состояние просто в виде объекта. Теперь мы можем начать писать часть с регистрацией состояний. Заведем словарь пустой, который мы будем заполнять. И в классе состояния заведем метод register. Оно у нас будет просто заносить в этот словарь текущее состояние, из которого был вызван этот метод. Ключ у нас будет self-id, а заносить мы будем self туда. Отлично. И теперь мы можем сделать функцию получения состояния, объекта состояния по его ID-шнику. Функцию назовем getState. Передаем сюда в качестве параметра stateID. И возвращаем то, что у нас было по этому ID-шнику в словаре зарегистрированных состояний. Теперь здесь мы можем сразу же вызывать эту функцию. И мы не предусмотрели еще один момент. В случае, если ответ пользователя не подошел ни под один переход, нужно указать какое-то состояние, в которое переход будет осуществляться по умолчанию. Default transition, например. Туда мы будем класть ID-шник состояния, в которое мы будем переходить по умолчанию.
И в случае, если мы не прервали функцию в этом цикле, ни на одном переходе, и ничего не вернули из нее, соответственно, мы получим наше состояние с помощью этого поля. Default transition. Хорошо, теперь нам нужно записать какую-то функцию инициализации всех этих состояний. Также будет называться init, только не так, а вот так. По-человечески. И надеюсь, здесь я ее тоже так назвал. Наше первое состояние будет нам просто выдавать какое-то сообщение приветственное. Ну, например, привет, хотите ли вы отправиться в космос? ID у него будет, наверное, 100. Проще сделать. И текст привет, вы хотите отправиться в космос? О переходах мы подумаем чуть-чуть позже, когда продумаем нашу структуру скилла. И вызываем сразу метод регистра нового объекта. Также нам нужно указать, какое состояние будет корневым для нашего пользователя. То есть, когда пользователь только подключился, в какое состояние его бросать квеста. Для этого мы будем использовать глобальную переменную rootState. Можно даже сделать rootState ID, чтобы нам не писать этот объект, а просто записать ID-шник. Может быть, так будет удобнее. Ну, так как у нас корневое состояние 100, так и записываем его. Далее просто вызываем нашу функцию init. Мы не указали default transition, но оно тоже будет указано, пока я сюда запишу known. Следующий шаг — это хранение наших состояний где-то в памяти у Маруси. Обычно скиллы делают без хранения состояний пользователя. Это значит, что вы зашли в этот метод, что-то спросили у Маруси, она вызвала этот пост-метод, и мы попали, отработали этот метод, и у нас в программе ничего не должно поменяться. То есть состояния пользователя у нас должны передаваться исключительно с помощью реквеста. Для того, чтобы сохранять или доставать состояние пользователя, мы заведем новый модуль. Я его назову StatePy. Для состояния пользователя я заведу класс UserState. Также заведу там конструктор. И передам туда, ну, наверное, сразу запрос, который мы получили. Пока оставим пас. Чтобы нам не создавать user state каждый раз, мы заведем для этого функцию, допустим, которая будет называться getState. Передаем туда также request. И возвращаем user state. Наверное, это будет удобнее, чем делать все в конструкторе. Что нам нужно сделать в конструкторе? Нам нужно достать состояние. Оно у нас хранится
в request state session поле. О чем я не сказал, то, что у нас есть состояния, которые хранятся в рамках одной сессии, то есть пользователь что-то спросил у Маруси, у них идет какой-то диалог, потом мы вышли из скилла, и все, и наше состояние пропало. И также есть еще состояния, которые хранятся даже после выхода из скилла. Они записываются и привязываются к аккаунту пользователя. Мы будем использовать сегодня только состояния, которые хранятся в рамках одной сессии. Достаем наше состояние из запроса. State. Session. И в этом объекте будет также метод обновления состояния, то есть и получение состояния пользователя. То есть мы его пишем куда-то в поле объекта, мы дальше не заморачиваемся, что там внутри объекта происходит, просто используем его методы вот здесь. Get session state self. Просто возвращаем self session state здесь. А также метод save session state self. И нам нужно будет туда переслать ответ, потому что состояние каждый раз помещается в ответе, чтобы вернуться в этот же метод заново. Передаем сюда response. И пишем в response наше состояние. Теперь нам нужно также получить состояние пользователя уже отсюда. Ну, во-первых, мы не добавили импорта еще на quest модуль и на модуль state. User state будет содержать состояние пользователя. Для этого вызываем нашу функцию getState, где мы будем передавать наш запрос. А в конце мы будем этот user state сохранять в наш ответ. Save session state. Response. А здесь будет код. Можно сразу же получать session state в отдельную переменную. Это у нас будет словарь. Теперь при изменении этого словаря вот через эту переменную у нас будет также обновляться вот это вот поле. То есть нам не надо каждый раз дергать метод getSessionState. Мы просто будем обращаться к состоянию пользователя через этот объект. Кстати, совсем скоро пройдет IT-чемпионат по разработке скиллов для голосового помощника Маруси. Он пройдет на платформе AllCaps, где для участников будут созданы условия для запуска и тестирования голосовых навыков. Также после модерации скиллы будут доступны пользователям Маруси. Итак, мы остановились на том, что мы написали классы хранения пользовательского состояния, классы
состояний и переходов между состояниями. Теперь нам нужно записать саму логику работы скилла. Мы получаем состояние пользователя, и мы можем изначально проверить, null ли у нас сессия. Если session флажок new равен true, тогда у нас сессия пользователя только началась. Вот. И мы можем ему сразу же показывать корневое состояние, и все. И выводить ему результат. Сразу запишем new state тут. Равно. Здесь я, наверное, не сделал функцию получения корневого состояния. Но мы это сделаем очень просто. Создаем функцию def get root state. Она у нас будет просто возвращать состояние из registered state с ID-шником root state ID. Ну, можно для галочки его сделать глобальным. Не сделать глобальным, а для галочки сказать, что это глобальное поле, которое уже есть. Но, в принципе, смысл не изменится. Теперь вызываем get root state отсюда. В противном случае нам нужно получить текущее состояние пользователя, ну, на котором он остановился, которое у него сейчас. Мы будем его хранить в переменной current state ID. Запишем его в переменную current state. Теперь запишем получение этого состояния по этому ID-шнику. Здесь мы поменяем current state ID. И положим в него ID-шник нового состояния, в которое мы переходим. Здесь я его еще не определил, я сделаю это чуть-чуть позже. New state. Ну, можно записать для правильности getter для нашего ID. Self. Это функция, которая вернет ID-шник этого состояния. New state get ID. Теперь как нам получить новое состояние, зная текущее и ввод пользователя, то есть то, что он сказал. Мы уже сделали все нужное. Это метод getNextState. Говорим, что newState равно currentState getNextState. И передаем сюда ввод пользователя. Его мы можем получить с помощью объекта request. Оно, наша команда пользователя хранится в поле request. Command. Это уже подготовленный для обработки текст пользователя в скилле. И, разумеется, это надо писать не в getID, а в getNextState. Наверное, у меня сместился курсор. Что еще? Нам нужно определять, нужно ли нам выходить из скилла в текущий момент. Для этого введем
конечные состояния. На то, что у нас состояние конечное, будет указывать флажок is end. По умолчанию оно будет у нас равно false. Self is end. Запишем его сюда. Заведем какой-то getter для него. Is end state. Ой. Is end, конечно. Ну что еще? Нам нужно вывести текст этого состояния, как я уже говорил ранее. Мы его запишем в response. Словарь response внутри. Текст. Равно new state. Get text. Getter у нас нету. Мы его добавим. Конечно же, здесь еще return забыт. Get text. Get text. Наверное, обновлять наше состояние нужно только если наше состояние не конечное. В смысле, состояние, которое, в котором находится пользователь в квесте, не конечное. Is end state. Если это не конечное состояние, тогда мы пишем новое. А в противном случае мы говорим, что сессия пользователя закончилась. Это было конечное состояние. Это нам больше не нужно. Попробуем создать квест. Теперь, наверное, с двумя состояниями. Или даже с тремя. Как я говорил, это состояние мы сейчас заполним. Добавим сюда переходов. Ну, допустим, у нас будет конечное состояние. Совсем конечное. Это 900, например. Текстом. Пока удачи, до новых приключений. В переходах с этого состояния у нас ничего не будет. Здесь у нас тоже ничего не будет. Как состояние, в которое мы переходим по умолчанию. Потому что оно будет конечное. Конечное состояние у нас уже никуда не уйдет. И состояние 101 еще промежуточное мы добавим. Если мы сказали нет, или не хочу, например, то мы будем переходить в состояние 900 и прощаться с пользователем. Синонимс — это у нас список. Поэтому мы можем туда много чего записать. Не хочу. Не буду. И так далее. А по умолчанию он будет переходить, допустим, в состояние 101. 101 — это уже будет первое состояние квеста, с которого начнется полет пользователя в космос.
Ну, мы можем написать, что Маруся начинает обратный отчет. Начался обратный отчет. Рассказать про обратный отчет фильма актера. Она сделала это немного раньше, вне рамках нашего скилла. И сделаем это состояние пока тоже конечным. Айдишник у него будет 101. По умолчанию оно не будет никуда переходить. И будет тоже конечным, просто чтобы проверить, как у нас работают ветвления. Запускаем наше приложение. Маруся, запусти скилл «Космическое путешествие». Космическое путешествие, произошла ошибка. Хорошо. У нас произошла ошибка. Такое бывает. Давайте разберемся, где она у нас произошла. Application Pi, 36-я строка. JSON response. И это у нас ответ, который нужно. Похоже, у нас что-то не то в ответе. Выведем наш ответ и попробуем протестировать наш скилл снова. Маруся, запусти скилл «Космическое путешествие». «Космическое путешествие», произошла ошибка. Хорошо, у нас снова ошибка, но теперь мы видим, что может пойти не так. И мы видим, что в тексте у нас оказался объект New state getText, значит, у нас getText вернул что-то не то. Он вернул адрес этой же функции, конечно. Нам нужно вернуть текст. Перезапускаем наш исправленный сервер. Маруся, запусти скилл «Космическое путешествие». В «Космическое путешествие» произошла ошибка. Что, опять не так? А, ну да, конечно. У нас новая сессия пишется в session state с одной буквы. Исправим этот момент. Переходим в модуль state.py. Добавляем букву S, которую я пропустил. Маруся, запусти скилл «Космическое путешествие». Привет. Вы хотите отправиться в космос? Да. Начинаю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Ну, она нас будет очень быстро отправлять в космос. Конечно, хорошо бы поставить тут паузу, но для дебага это вполне подойдет. Как мы видим, мы вышли из нашей сессии. И теперь мы можем просто достроить наш скилл. После «поехали» мы сделаем небольшую паузу и спросим пользователя, как он себя чувствует. И у нас вообще не будет переходов на другие состояния. Тут скорее суть этого вопроса просто в вопросе, чтобы поговорить с пользователем, чтобы он проникся атмосферой космических путешествий, и дальше мы его в любом случае будем перебрасывать на следующее состояние. А можно, в общем-то, и запоминать ответ пользователя. Но этого мы сейчас делать не будем. Вообще можно добавлять очень много механик сюда. Это скорее самые основные, которые можно сделать. В состоянии 102 мы сообщим пользователю, что мы вышли на орбиту Земли.
и спросим, куда он хочет полететь. Ну, пусть у нас будет два пункта назначения, это Луна и Марс. Теперь добавим переходы. Список переходов. Этот переход будет на ветку квеста уже с полетом на Луну. Отправляюсь, наверное, к Луне. Ой, я это в транзишн записал. Это надо было делать в новом состоянии. Также зарегистрировать это состояние. А здесь список синонимов. То, о чем я и говорил. Пользователь может сказать на Луну, Луна, к Луне, первое, один, может просто сказать. Запишем все эти синонимы. На Луну. Луна. К Луне. Первое. И просто цифра 1. Ну, вдруг. И второе. Ветка с Марсом. На Марс, Марс, к Марсу, второе, два. Если Маруся не поймет пользователя, то... Один из миллиона вопросов, на которые я не знаю ответа. Именно. То мы можем добавить состояние, где она просто скажет, что с пользователем... Нет связи, слишком плохая связь, и он возвращается на Землю. И нужно не забыть все это зарегистрировать. Здесь сделать регистрацию. Это будет состояние 901, все возвратные состояния будут 900-ми для удобства. Она будет говорить, что похоже... Проблема со связью. Срочно возвращаю вас на Землю. Ну, мы начнем с Луны, потому что мы ее первую обозначили. Напишем. Скажем пользователю, что мы приближаемся к Луне, и спросим у него, что он видит. И независимо от его ответа, мы его вернем обратно на Землю. Это будет 902 возврат. И можно даже сюда записать. Возвращаюсь на Землю. Вам понравился полет? И независимо от того, что ответит пользователь, мы из этого состояния его кинем в наше 900-е состояние, где с ним мы попрощаемся.
Отсюда мы его кинем в 902 состояние. 900-е состояние. И это у нас, конечно, не true будет. Можно даже его обозначить как 103 состояние. И записать немного впереди. И также на ветку квеста с Марсом можно записать, что Маруся приближается к Марсу, и спросить, что пользователь видит. Это у нас будет переход по умолчанию на 103 состояние. Здесь тоже на 103 состояние. И это у нас 300 ветка, которую можно продолжить позже. Ну, давайте попробуем снова зайти в квест. Проверим, что у нас все зарегистрировано. Вот, все хорошо. Еще раз. Из 100 мы можем перейти в 900 состояние или в 101. Из 101 мы переходим в 102, независимо от ответа пользователя. Здесь у нас есть два перехода на Луну и на Марс. И, возможно, даже переход по умолчанию 901. Да, о том, что у пользователя проблемы со связью, его надо вернуть на Землю, к сожалению. А в противном случае мы переходим на 200 или 300 состояние и из него уже в 103 при любом ответе пользователя. Посмотрим, что у нас получилось. Запускать надо Application Pi. Маруся, запусти скилл «Космическое путешествие». Привет. Вы хотите отправиться в космос? Да. Начинаю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Ну да. Оно у нас было конечным. Надо убрать флажочек true. И протестировать заново. Маруся, запусти скилл «Космическое путешествие». Привет. Вы хотите отправиться в космос? Да. Начинаю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Как вы себя чувствуете? Нормально. Мы вышли на орбиту Земли. Куда вы хотите полететь? На Луну или на Марс? Луна. Приближаюсь к Луне. Что вы видите? Луну. Возвращаюсь на Землю. Вам понравился полет? Да, понравился. Пока, удачи. До новых приключений. Все, наша сессия закончилась. В общем-то, основа для скилла готова. И дальше можно продолжать логику скилла, можно делать новые ветвления, можно делать какие-то новые механики, например, с запоминанием позывного пользователя. На этом все. Сегодня мы создали небольшой скилл для Маруси, прописали его логику и создали небольшой квест. Это были скринкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Шах и мат. Пока. Thank you.